Марьяна, здравствуйте, это Серафима, посмотрим вашу работу. По пропорциям все хорошо, веточка мне тоже нравится, единственное, что можно было немножко тень еще темнее сделать, здесь хорошая тень, здесь вот светловато немножко. Попугайчик получился стилизованный такой немножко, но выглядит симпатично. Хорошая голова получилась, мне нравится тень вот здесь, как выглядит, немножко вот здесь вот может быть лишний свет, потому что у нас крыло освещено больше, чем его тело, и вот на тело было бы здорово, если вот эта тень еще вот здесь тоже лежала, то есть чтобы у нас прям самый свет выходил на крыло как раз. И может быть уже жестковато вот эти пятнышки, можно было еще какой-то средний тончик добавить, дорисовать вот здесь перышки, прям красиво было бы. И тоже здесь у нас светлее, здесь уже немножко темнее, потому что и немножко сливается с фоном, поэтому можно было бы здесь вот утемнить немножко, уже даже синего добавить. Синие красивые очень, хвостик мне тоже нравится. Немножко тут слились между собой перышки, но в целом выглядит хорошо. И фон мне тоже очень нравится по цвету, так что вот немножко можно доработать самого попугайчика, и будет просто супер. Спасибо за вашу работу, продолжайте рисовать.